Важно понять, что когда мы говорим о привычке, динамическом стереотипе, вот этом нейронном комплексе, мы говорим о фиксированной реакции вашего мозга на определенные обстоятельства, вот раздражительные ситуации, ну, конкретных людей. Но фиксированная реакция не значит единственно возможная, и уж точно она изменяемая. То есть, если наша психологическая реакция на те или иные обстоятельства нам не нравится, то ее можно и изменить. И нужно, наверное, это сделать. Еще древнегреческий философ Эпиктет говорил, что вещи не бывают хорошими или плохими, такими их делает наше отношение к ним. И в этом суть нашего подхода. Проблема не в лифтах, не в публике, не в лишнем весе, не в сердцебиении, не в самолетах, а в том, как мы реагируем на эти вещи. Нам нужна здоровая, адекватная стратегия с опорой на эффективные методики, которые позволят нам трансформировать наши патологические привычки. Если мы сможем переучить свой мозг и свой организм реагировать на стрессовые жизненные ситуации правильно, то сможем даже в каком-то смысле начать новую жизнь. И я не оговорился. Наш организм точно так же управляется работой нервной системы, и в ней точно так же могут формироваться патологические динамические стереотипы.